подозреваемый 36-летний житель Подмосковья. Вечернее время злоумышленник приехал на своем автомобиле к садовому товариществу вблизи деревни Чашниково. Там он нашел дом, в котором не было хозяев. Выбрав подходящее жилище для совершения кражи, правонарушитель отжал профлист металлического забора, пролез на территорию участка, после чего фомкой повредил стену строительной бытовки и похитил оттуда лодочный мотор стоимостью более 200 тысяч рублей. Ранее мужчина уже был неоднократно судим. Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по городскому округу Химки задержали подозреваемого. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении противоправного деяния и при поддержке Росгвардии задержали его по месту жительства в городском округе Лобня. В ходе расследования уголовного дела также установили причастность задержанного к совершению еще трех аналогичных краж из частных домов на территории городского округа. Мужчина похищал бытовую технику, личные вещи и инструменты. Общая сумма украденного – более 500 000 рублей. Куда потом эту бытовую технику дели? Продал. А где продавали? В различных местах. Часть похищенных вещей обнаружили и изъяли при обыске в квартире злоумышленника. Фигуранту Химкинским городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Новости Химки ТВ.